Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами я, Варнайт, и мы продолжаем Сталкер Зона Поражения. В прошлой серии мы очистили склады, ну, как, практически. Давайте же пойдем на радар. А, там уже будет пси-излучение. Я думаю, либо нам сходить в лабу, или же сразу же отправиться в Припять. Давайте сразу же в Припять отправимся. Чего нет? Нет, забываю, что сегодня все время на F5 надо, ой, на F6 надо нажимать. А, это труба. Ладно. Блин, скотина, там где-то ходит. Где ты, чувак? Скажи, пожалуйста. Скажи по-братски. Он тут где-то ходит. Чувак, пожалуйста, найдись. Блин, ты где-то? Ну чё, блядь, тебя находить, чувак? Так, ладно. Знаете что, пошёл в пизду. Вот так вот, нахуй. Пошёл там... Да, он... Почему я тебя не заметил? Скажи, пожалуйста. Я, блядь, его ищу, а он оказывается сзади меня. Это как, легально вообще? А, он мне ничего не делает. Я, блядь, его ищу, он оказывается сзади меня. Прикиньте. Просто иду такой. Не, вообще не замечая его. Стоит он все тут такой в кустиках. Стоит. Я, блядь, вот там он, вот там ищу, не знаю, вот там. С демракера-то нет, он тут стоит. Кстати, он пузатый. Ладно. Отправляемся в путь дальний. На радар. Да, все, пошли. Я готов. На 100%. Так, ну какие мне тут сюрпризы будешь ждать? Псевдогигант. Это гига. Ну-ка, есть там у нас? Они... А, это тут только зомби, что ли? Да, ну да. Берем, не знаю. Не, давай сейчас покажу. Серьезно, только вы, что ли, в экзачах? Ребят. Да ладно. Ну, с чейзером, что ли? Да, мне нарезной. А что у меня по этим? А, все, мне нормально. Я специально готовился. 5 человек. Ой, нихера, БНВ. Вкусняшки. Ой, ёп! Где-то один шляется. А. Ну все, вопросов нет. Да, смотрите, у них ТРС-очки тут. Трончики. Смотри, еще один идет там. А где ТРС-очку вы взяли, а? Не, легко валится. ТРС-шка будет. Да, смотри. Просто ТРС-шка надо побегать. Опа, кто-то попал в этот, в аномалию. Смотрите, этот. В экзоскелете и главное с двухстволочкой. А что у нас тут по килограммам? Так себе. Второе штурмовое оружие пусть будет. Еще один, ну. Ой, ёпты, мать. Просто темно, нихуя не видно, плюс у меня еще зрение херовое. Отличное сочетание, правда? Да. Так, давай граночку. Мне гранатки, думаю, надо нахуй.
Нахуй столько гранат. Кто еще у нас? Ага, во, привет. Блять, вообще ни хера не видно. Дайте я чуть яркость повыше сделаю, а то вообще нихуя не видно. Да, это контраст, вон яркость. Ну-ка. О, так думаю, хорошо. А, ну хоть что-то. Да, уж по аномалии-то попадает. Так. А, ну что, хороший костюм, что я там буду ходить-то за этим. О, смотрите, какой хороший. Вот знаете, когда они вот раненые, у них патроны просто вот пропадают. Сука, живой где-то там, пидарас. Опа, вижу. Убил? Нет, по-моему. Вот что-то покачивание камеры бесит. Да, убил. О, я впервые в жизни видел другую группировку. Ну, не считая сталкеров и... Долговаться. Еще они там живые. Бля. Все? Вроде все. Нет, не все. Слишком я много беру. А, все равно ведь патроны-то ничего не весят. А вот гранаты, да. Так, ну этого я уже практически не достану. Ну-ка, сука. Блядь. О, ёб твою мать! Бери. Все, уходим. Прикиньте, там будет этот... С РПГ, чувак. Да ебаный в рот, время заебали. Ладно, раз вы популярны такие патроны, то... Ой, да вы заебали, блядь, со своей радиацией. Водка. Еще, блядь, так контужит будет. Блядь, беги. Вот это место, вот это хорошее. Только зомбирован, думаю, будет, да? Блять. Только что-то корнет тайника, которая мне нахуй не нужна, да? Хотя почему нужны? Бедные зомби, они потом попадают в аномалию. Смотри, какой умный. Фонарь включил.
Я еще по нему попадаю? Да. Да. Как-то я попадаю. Ну-ка, что у нас тут? Ох, спасибо за подарок. Если честно. Не знаю, попробуем так пробежаться. Ёб твою мать! Ты что, меня не видишь, что ли? Шпилик. Шлях! Шлях. Так вот нахуй. Отходим. Блин, хороший дробовик, мне нравится. Особенно если вот эти дроби. Ну, ЖКан, да, взять. Ну конечно, конечно, конечно. Оп, сюда гига. Не, дай-ка вот это возьму. Сря обиделся. Да блять. Есть. Ебаску классно, пацаны. Ну чё ты, давай, я останов выстрел, ты труп. Все, иди сюда. Все, это гига. Ко мне, ко мне. А чё так хочешь? Я же тебя... А, специально. Ведь этот мешает еще пиды. Эй, подойди сюда. Меня уже нашли. Радиация меня сейчас скоро найдет. Пусть пока подождет псевдогигант. Человек страшнее псевдогиганта, да, ведь? Да. Так, лег. Блять, где пидор? Вот, сука, заметил. Подожди ты, ёб твою мать. Ладно, раз напросить, то все равно меньше попробовать. Да, блядь, где там мой автомат? Че за этот пидор нас будет доставать? Нет, я решил, уж пойду на этот. Главное. Почему нет? Не, блин, хорошо, что автор придумал, что типа патроны ничего не весят. Хотя они что-то весят, но все же. Эко заряжал. Так, ты пустой, но... Есть этот. И тут у нас, да. Так, ну чё, опять? Шо опять? Ой, гуляй! Так, этот минус. Теперь будем находить второго контролера. Отлично. Надо в лесу где-нибудь. Но я не хочу туда идти. Этот проклятый лес. Столько собачек, что... О, дайте-ка вот это возьму. Есть контакт. Фига ты мощный. Так, минус. Никак. Да? Дай водяру. Блять, теперь у меня и водка плюс. Да, да, привет. Мне уж все спас, ничего справляет. Ой. Один человек, у я вас так много. Блять.
вроде нормализовалось. А чего вы реально все эти скелеты, мне один вопрос. А не, смотри, вон там еще один. Ну, и ЛРТ. Сколько у меня ЖКан? 11 осталось. Нет, тут лучше все-таки да. Ой. Включу гранаты, справляется. Она должна справляться. О, все, отлично. Она справилась достаточно хорошо. Лежит. Ходим. Так. Ты. Чувачки какие-то. Еще одни. О, давай-ка. Разрядим. Нет, не разряжается. О, спасибо. Так, так. Это спас, это спас. Еще один, спасибо. Вот это еще. Так, ну ладно. Где мой-то? А где мой-то? Не понял, вот я реально сейчас не могу. А, вот он мой, да? Значит, тогда разряжаем. Этот... О, этот ноль вообще убитый. Так, тебя обыскивал. Сюда тоже. Тоже, а вот вас не обыскивал, походу, да. Дело такое. Чё, идем отключать? Здрасте. Ой, бедный чувак, он упал. Выломали. Не, ну надо же все-таки. Ну все, уже закончилось. Остается только дробь. О, пожалуйста. Глюки пошли. Это уже по скрипту, да? Ну, там еще тут у нас аномалия падает. Это же зомби, чего вы ожидали? Привет. Что с тобой? Опа. Еще один пидорас. Вот он рядом. Спасибо, что упал сюда. Видимо, он там, в комплексе где-то. Что это? А, это эти. С фонарями. Я уж обосрался. Ну что, да я пойду эту шелпонь. Опа, привет, сука! Так, ну все, ты сдохлый. И, кстати, тоже. Еще один! Так, вот это же мне не нравится. Блять, а чё так? Еще охреневший, что ли? Бахни давай. Я не помогаю. Или это глюк. Или это глюк, не знаю, баг. Не, нихуя не баг. Тебя сейчас мы этого долбай будем искать. Ой, блять, мышка, не надо. Не воруй надо сейчас.
я его вижу. Да, вот он это, да? Да, все за ним. А, нет, смотри, он еще там. Или еще двое, нихуя себе. Да, смотри, их тут двое. Значит, валим этого и того. А, вон, сука. Давайте кто-то возьмем. А? Смотри, скотина такая, не помирает. Дело плохо. Так, ну и зомби пошли. Спасибо. Бля, чё мне с экраном? Вот внизу, я вот не пойму. А, это ещё из-за этого контролера мне вы... Здорово. Их тут еще двое. Охренеть, это получается... А, раз контролер. Так. Где еще у нас? Два контролера. Нет, погоди. Да, два контролера. Третий, вот которого сейчас убил, и 4-5. 5 контролеров получается, да. Смотри, блядь. Два еще контролера надо. Если... Ой, блядь, как ярко. Если что, нет, нет, ничего. Ничего, попробуем завалить их. Сегодня нам эти контроллеры мешают, просто капец. Ага, вот, все, мы уже близко. Че, блядь, ты где? А, вот эти. Еще один где-то никак. Да, еще один где-то. Да вы реально издеваетесь, ребят. Блять, надо каким быть, чтобы оставить сколько там? 6 контролеров. По сути, это выжигатель мозгов. Тут мозги надо на полную катушку выжигать. Ладно. Берем этот труп. И уходим быстрее. Что ты пил тут еще? Что, блять, я не хочу уже находить этого контролера, да ну пизду. Может, найдем, когда выйдем. Пока у нас... Хотя вот он, сука. Вот он. Вот. А что, еще один? Нет. Скажи, пожалуйста, какого хуя ты прячешься? Все? Или еще где-то? Все, надеюсь. Ну, наконец-то. Нет! Я хуею. Может, он тут где-то прячется? Ладно, что нас ждет в лаборатории? Посмотрим сейчас. Пиздец. Полный пиздец. Так, ну пока что все тихо. Пока все как всегда. Заперта. Пройти, как всегда, ну ладно. Надеюсь, тут бюреров не поставили, потому что я не хочу, как бы, бюреров. Просто пусть будут кровососы. Ну, по-моему, вот, по моей памяти, сколько, какой 5-летней давности, тут особо никого не спавнили. Кстати, можно вот так вот прыгнуть аккуратненько, но я не собираюсь. Чтобы сократить путь. По-моему, дизайн тут никого не добавляли, больше никого. Только одни кровососы. И все. Да, засранец там. Люся! Я дома!
Все, сдох. Нет. Люся. Чё? Ебать какое. Что такое хороший? О, спасибо. А, это... Ладно, отправляемся дальше. Убивать кровососов. Где шлях? Внизу? Да, я услышал внизу где-то. Люся. Ты... Блять, мне показалось, что он там стоит. А, вон. Ну, когда выйду, тут будет налитываться. Картина готова. Так, есть еще кто-нибудь? Должен быть. Да, он. Здесь его не было. Чё, бля? Кто? А, ты тут стоял! А чё ты когда тогда слишком был этим? Ты тут стоял, сука, я думал, блядь, чё его нету-то? Ну, должен отбрасывать какую-нибудь, не знаю, сущность. Хуйню какую-нибудь, должен ведь отбрасывать, да? Да. Сейчас времени час. Тут же, думаю, не должно быть кроссов. Так, а хули я здесь хожу-то? Мне один вопрос. Можем тут взять и пойти. Как-то тихо слишком. Так, ладно. Угу. Стой, смотрите, у меня уже под 100 бинтов вообще охереть. Ну чё? С Богом. Давайте этот возьмем. А-а-а, капец. А, это же было. Блять. Ай, блять. Ой. Пошел процесс. Смотрите, он что-то мне не говорит. Давай, поспайся. Все, Ержен проснулся. 19 человек. Это пиздешь. Их там сколько? 20. 30, не знаю. Ну, пожалуйста, 20. Ну, примерно их там, не знаю. 29, 30. Их с пулеметиком, пожалуй, пока что. Да, он со стороны пришли, куки. Бою! Берегись! Че, не ожидал, сука, я с пулеметом, блядь. А? Поедай-ка вот этого завалю. А? Так, о, спасибо. Пусть какие-то патроны. Ты похавать. Что-то слишком много этого еды. Еще один с автоматиком Калашникова. Берегись! Они такие грубые, не знаю. Мать!
блядь. Так, ну-ка. Ты упал или чё? Да, он упал. Я вот этого хочу обыскать. Я вам сало не отдам. Смотри, какой. О, только что поняли, да? Блять! Пиздец! Пошли в пизду. О-о-о-о-о! Что нахуй? Не ожидали? Меня с пулеметом, а? После еще с чемоданом, да? Не ожидали? Вот так-то нахуй. Бойтесь меня. Ладно, ну, нужно с гишки. Нет, это не с гишки, это ГПшки. Ну-ка, как, это какая? Я сказал, это какая? Такая, это такая. А, да, еще вот это надо выбросить. Ну что, пошли нахуй. Ты осторожен, чувак. Смотри. А, нет, не пропало. Ребята, я тут как бы ваших... много бойцов перебил. Ладно, не пойдут. Тихо его знает. Не пугай меня, пожалуйста. Мужик. Ты труп, мужик. Ты где? Алло. Алло. Привет. Пропал. Так, а где этот-то? Чувачочек-то? Тоже, что ли, пропал? Или он... Маскировка, нахуй, из монолита. А, нету тут. Внимание, чужой! Внимание, чужой! Да, что тут ребята сделали, я не понимаю. Только допёр. Смотри, мне уж 1000. Как мне тут, ну, нормально. Только мне надо этот поменять. Броньку. Воу. Пидор. Пизды давно не получил. Пизды мощные. Знаете что, пацаны? Знаете что? Знаете что? А вот нихуя. Банки огнём. Ой-ой. Эй, пидор. Откликнулся. Так.
Ну, кажется, все по новому мы идем, да, ребята? Все по новой. Там душ прибить недалеко. Ладно, уж не буду тебя поднимать. Тебя поднимать, да. Да, бешеные. Бешеные пидорасы. Зашибем. Ха, нет. Ух ты, блядь, нихуя себе. Чё не заметил? Охуевший, да? Чине? Фига ты бронебойный пидорас. Сволочь. Я тебя сейчас достану, понимаешь? Понимаешь? Уважаемый. Цирикуя. Нахал. Блять, еще одни. Ты где, блять, выжил-то? Да, маскировка монолита. Все мы знаем. О, коридорчики. Ой. Еще двое. Ну, это пизда. Привет. Там остался, что ли? Умный, умный, блядь. Ну чё? Погнали. Ну чё, здрасте. Чё, нет никаких военных, там, не знаю, монолита нет. Посмотрим только взял, давайте мы пойдем туда, посмотрим, что там у нас. Сжигатель. Мама, блядь, отключен. Давайте, что там? А, не, смотри, тут и есть. А это на зомби. И, конечно. Конечно же. Конечно! Давайте зомби. Тут пидорас. Заебал уже меня. Сука, ты куда реально уделся? Кочерушка ебаная. А, понятно, через этот вход. Может, там будет, как всегда. Да, ты в дом. "139-й, говорит стрелок. Антенны отключены, прорываюсь в Припять. Стрелок, вас понял. Вызываю вертолет для эвакуации. Это я говорю, да? Ой, привет. Ж веселый ты человек. Это зомби. Все равно веселый. Ну шо, в Припяти.
Так. Пей. Блять, весело. Ну-ка, что там мне скажут? Бармен, это стрелок. Передай командиру долговцев, что весь отряд экзоскелетников попал под излучение. Их пришлось перебить. Ладно. Пойду туда тоже. Бар. Блять. Ну давайте встретимся в баре. Итак, мы в баре и посмотрим, что нам скажет. Может быть, ходить? Стоять! Территория для чужих закрыта. Почему? Я слишком занят для этого. То есть мы не можем пройти, да, типа? Жаль. Да, мы не можем пройти. Пиздец. Видимо, потому что мы не сходили, наверное, в X16 там, все такое. Стоять! Территория для чужих закрыта. А, жаль. Просто жаль. Может, реально надо было в этот... в X16 сходить? Хорошо, в следующей серии мы сходим в X16. А пока что... Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И всем удачи. И всем пока.